Доллар продолжает дорожать. К закрытию торгов на межбанковском валютном рынке американскую валюту покупали по 13 гривен 20 копеек, а продавали по 12,90. Соответственно, увеличились ценники и в обменных пунктах. Официальный курс НБУ 12 гривен 61 копейка. В Национальном банке отмечают высокую вероятность укрепления гривни после политической и экономической стабилизации в стране. Прежде всего, этому должен способствовать первый транш кредита МВФ. Сегодня украинская делегация во главе с руководителем НБУ вылетела в Вашингтон на переговоры с фондом с целью ускорить выделение средств. Треба як мога швидше досягати успіху в співпраці з Міжнародним валютним фондом. Треба використати час успіху в цій програмі для того, щоб залучити іноземних інвесторів, для того, щоб засити побоювання населення, що валютні резерви не в тонусі, вони будуть в